Паш, ну первое впечатление, попробовали воду, как вам венгерская вода, как погода? Канал здесь всегда был приятный, я уже здесь гонялся в 2014 году и рад оказаться здесь снова. Погода обещает быть разной, поэтому с ней нужно будет быть очень осторожным. По ходу гонок будем смотреть, как и что. Как оцените свою готовность к чемпионату мира? Я не хочу ничего загадывать наперед. Посмотрим, вот будут гонки, и тогда можно будет все сказать. Какая у вас сейчас мотивация? Ну, мы знаем, у вас были хорошие результаты, да, все это видели, Олимпийские игры, мы рассчитывали, да, наверное, вы сами, наверное, рассчитывали, да, что за это четырехлетие вы, ну, будут, наверное, медали, пьедесталы. Ну, по крайней мере, да, может, так и вы себя мотивировали, мы хотели. Как себя мотивируете сейчас на чемпионат мира? Ну, бывало все по-разному, да, то есть не всегда получается так, как хочется, и хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Но это четырехлетие было нелегким, я так сказал. Сейчас я провел много работы, работы над собой, работы техничной и во всех аспектах. И поэтому будем гоняться. Хочу лучше, чем раньше. Дистанция все-таки, ну, не, вы как бы немножко болтают, не говорите об готовности, все-таки дистанции, какие дистанции, ну, для вас более важны, 500 или 1000 метров? Это вопрос, конечно, такой. Да, ясно, что 1000, на нее делан акцент, так как она олимпийская, и здесь будут разыгрываться лицензии. Но на 500 я также не собираюсь, ну, как бы никому ее отдавать, и буду бороться.